Всем привет! У меня уже месяц, наверное, подтекает кран. Все никак не могу его отремонтировать. Попытался здесь открутить, завернуть кранбуксу, ну то есть подтянуть, она отсюда откуда-то бежит. Побоялся, что сорвет и вообще останусь без крана. Сегодня купили вот такой вот кран, новосибирский, изготовлено в Новосибирске. Ну и решил я его поменять. Что для этого надо? Для этого надо разводной ключ, чтобы не подбирать сюда. Вообще здесь на 25 ключ подойдет. Откручиваем против часовой стрелки. Не стал я снимать шланг, потому что он туда прикипел. Думаю, сейчас сниму, только порву. Он достаточно короткий, вот видите. Поэтому точно так же заверну назад. Хотя, наверное, надо было сначала крутить вот этот патрубок. Видите, газовый ключ еще понадобится. Вот так. Также для замены понадобится фум-лента. Наворачиваем ее по часовой стрелке, то есть как будем новый кран закручивать. Вообще я не люблю пользоваться разводными ключами, но на 25 у меня нет ключа. Так, теперь выворачиваем из старого крана патрубок. Конечно, со шлангом заворачивать очень неудобно, тем более, когда снимаешь. Все, кран. Патрубок завернулся, кран пошел уже вместе с патрубком. В принципе, кран стоит. Давление я подал. Как видите, ничего не капает. Вода пошла. Отлично. Все, да будет вода, сказал водопроводчик. Все отлично, можно поливать. Вот он кран, старый кран, фум-лента, ключ разводной и газовый ключ. Вот все, что мне понадобилось для замены крана. Ну и время 5 минут. Всем пока, меняйте краны.